Пригласим, можем. У нас начинают играть Вивитана и Кваддемедж. Две Кати. Это будет интересненько. А, сейчас секу дверь прикрою, сейчас 30 секунд и буду здесь. Давай. Так, первая банит у нас карту Вивитана. Обратилась? Привет, Солджан. Еще раз нажми на бан. Да. Блад Говенанта не будет? Скажик, чего ты там пыхтишь? Прошел там? Я смотрю запись с Буриком вчерашнюю. Ой, Бурик. Бурик красавчик. Все, я тут. Давай, ты банишь карту. Я баню карту? Да, что-то Виви мне уже именно... забанила. Мне именно что-то прет. А, то есть... Как ты по этой ссылке перейти? Что-то она мне не А ты переходит. скопируй ее сначала и вставь в браузере. Это система. И еще раз на бан надо нажать. О, Блавинант, да, это галимая. Да, поддерживаю, девочки. Прям полностью солидарно. Руины тут. Это я думала, первым делом я забаню блокпанта тут. Уи, его уже забанили. Так, ребят, я нас в другой дискорд перенесу, хорошо? Да. Так, я выбираю сейчас, да? Ага. Да. Pile of Pnat. Отличный выбор. Вообще стоп. Да. Вот когда вот неизвестно, кто первый из нас Старлога выберет. Шикарная карта, кстати. Корявый пень. Corrupted Keep. Без рельсы. А, без рельсы, ладно. Давай рельсо, давай рельсо. Ну, а тут мы немножко не надо. Не надо. Не, но на самом деле мне эта карта нравится. Когда она не глючит. Так, баню. Давай дальше классику банить. Нафиг. Шкалик придет болеть? Да, вот тут мы не наступили на... Так. А Вокин это был мой топчик. Катя, вперед, пишет Хансо. Я тоже говорю, Катя, вперед. Я баню карту. Да. Я ему написала, не знаю. Блин, надо было пикать Бладран. Дип. Мельда отдали. Надо было пикать. Пика. Надо было пикать локбокс, пишет Мурчик. Так тут нету локбокса. Я бы его пикнула, но тут, блин, нету ни даркзоны, ни локбокса, блин, задували. Действительно. Добавь, пожалуйста. Шкалик, попробуй. Я баню чемпион. Сейчас, секунду. Он у тебя есть?
Да. Пика-пика-чу-чу-чу-чу-чу. Эта песня у нас припасена для другого игрока. Дела забанят. Дурацкие правила. Нет ни даркзона, ни локбокса вообще. Да, для чего вообще мы в эти дуэли играем, если нету тут даркзона? Нормальных карт, да? Дайте нормальных карт. Да. Блин. Космос давайте. Да. Раз. Нет, в космосе рельса лучше этот даркзону и локбокс. А сколько у нас девочек в турнире в общем, Морчик? На локбокс тоже есть рельса. Ну да, но там... Вся фишка, что локбокс не простреливается, как этот... У меня есть идея. Сорнат или ДМ6. Приятненько. Поэтому я обожаю карту. А. Я выбираю чемпиона на какой карте? Первая карта это что у нас? Кислотная? Вейл. Вейл. Да. Вейл. А, ну тогда тут Сорлок без базара. Скейлбирер. А это... Горял. Фень. Тьму. Ча. Все. Кто там у тебя, кроме Сорлагана, из любимчиков еще остался? Или у тебя визит. Она одна единственная? А, Эйсон, кстати. Ой, спасибо, что напомнил. Заберу Эйсон. Я что-то про него забыла. Я раньше на нем много играла, но на дуэлях что-то ни разу его не... Кто-то там зевает еще. Паскета второй раз, спасибо. Кушает, зевает. Да я ей ничего не напоминал это. Второй раз сегодня, спасибо. У нас 7 дам, и каждая козырная. Блин. Можно устроить, попробовать 3 на 3 на локбоксе, а? Смотри, чтобы не делать девчонкам, попробуй угоди, а? Все не так вечно. Все не так, просто капец какой-то. Да. Гринч, читаешь мои мысли? Не знаю, фраг фест ффа. Ненавижу биджей, я пошел. Одинаковые. Можно набрать 10 девочек, ну, так, и играть лигу. Все-таки. Катя на Катю. Катя в квадрате. Прям стишок, ё-моё. О, а можно позвать, ну, да, Маргариту еще, и будет 8, да? И тогда получится 4 на 4, локбокс будет интересненько. Правда, как следить за кем? Не, 2 на 2 было... Ну, 2 на 2 на локбоксе это... Ищу тебя. Инсомния. Галена уже есть... И Айзен тоже уже есть, иду. Да. Да, москит. Так, а какая-то карта? И сом. Получается, этого как его? Брали. Юмор фемейл лик. Так, а забрали, да. Coming up. Ой-ой. Аккуратнее. Библиотека, сейчас приду. Хорошо. Okay. Анонсы сделали, все там поделали уже, да? Какие молодцы. Молодец, я такой? Молодец. Кто это такой молодец? Это ты, да? Это такая я молодчинка? Такой молодец. Ну ничего себе. Неожиданно. Не поняла. И как приятно. Я думал, у тебя помощники тут есть какие-нибудь. Все сама. А ты все сама? Все сама. Ясно. Помощники только в еде есть. Я готов для них кушать. Хоть где-то помогают. На том спасибо. Ну, в еде я тоже помощник. Не хватает в еде помощников. Да, понятно. Шимейл. Лигу собрать, шимейл. Вот если бы кто-то помог. Что такое готовить? Сказал? О! Что здесь? За картошка в результатах. Хорошо. Так, Галена на Сорлага. Что-то я не очень вижу. Вейл.
Галя против Зорлога. Гугли, Юля, не гугли. В смысле? Так, Сурлок. Так, просили Шкалику отправить приглас, я отправил, до сих пор не принимает. Если он не успеет зайти, да, придется запустить без него, будет смотреть на стриме уже. Так, что у нас по серверам? Квази, Централ устроит. Да, вполне, мне все попадали. О, ничего себе ты какая блатная там. Круто, круто. Ну что, готовы к игре? Да. Да. Отлично. Вы готовы, дети? Да, капитан? Давайте. Удачи. Катя, удачи вам. Спасибо. И красивейшей игры. Постараемся. Ну, все-таки вы две Кати. Вдвойне сила котиная. Должна сейчас будет на экране у нас светиться. Все, мы вас мьютим. Удачи. Давайте выключаю, да. Так, другая Катя сама замьютилась? Да, но я еще добавок ее тоже подмьютил. Если на мне процесс остановится, придется сливаться. Очень не хочется, и это прям в крайнем случае. Не, Мурчик, в юмор-турнире ты тех... не будешь отдавать. Мы тебя дождемся. Да, все правильно. Да, так что давай сражайся. Давай, в соседний город едь. В компьютерный клуб. Да, там ты еще не был. Игру видно? Видно. Ну все, Катюхи, вперед! Или к родственникам, к соседям, к друзьям. Так, соседи вот есть? Первый у меня здесь на экране, за тобой будем болеть. Это кто? Давай, Вивитана. Я еще не вижу. Не забудь фоллоу-киллер жмякнуть. Это квад-дэмэдж. А кто-то там спит или что? Скаржик. Чё, я тихонечко спите. А? Если спите, то тихонечко. Врезал в кваде. Пока у нас размин по мейджората айтемам. Видишь, что другой ролик. Храпунцель. Пишет Мурчик. Китикэт. Обменялись любезностями. Так, у нас серьезная игра. Встреча на Миге. Мига, кстати, перед этим досталась Виви. Ох, обоюдно. Нет. Причем Квази сама себя даже убила. Минус один. 0-0. Да-да, обоюдно. Ой, желтенький надо было взять. Квази долго писала смайлики, за это время уже Виви успела отхавать хэви. По-моему, да? А, не, вот он появился. Опа, отжала. Она пробегала в этой стороне. Закончится шафт. Мне надо оверлей выключить, он меня... заслоняет все подсказки. У тебя какие-то подсказки? Конечно, шпагалки слева сверху на экране. Может быть минус? Не, Квади нет у нее. Она же жабка, не боится помойных этих луж. Тихо, рельса. Опа! Рокетшамп, офигеть! Неплохо, кстати, здесь... Вот это очень даже. Молодец, Квади. Непростой рокетшамп здесь. Особенно если его на скорости делать. Можно потолок задеть головой. Сотка залетела в Виви. О, она перекрасила пушку. Смотри, она у нее уже черная. В прошлой игре стандартная была. Приоделась. Нормально, нарядилась, да. Молодец. Попала. Тотем. Молодец. О, ну ракета это писец. Скаржик, ты слышишь ракету эту? Ты понял, о чем я? Я себе такую же поставлю, клевую же. Ну хорошо. Зато смотри, что... какая красивая, черненькая. Хорошо, что Вивитана чаще всего же рельсой стреляет.
Любимая Юлина ракета, да, она забыла. Хэви лежит, подлов на Хэви сейчас. Хватит сдала, видишь? Четко отработано. 2-0. Ой, опять Беготина наступила. Тотем второй готов. Сейчас встреча наша все. Не слышит ее. Да, хороший тотем. Я блочу лицом. Это Алекс Грич. Я блочит? Да, да. Слава Хэви. О, нет, можно распасть. Забрала Хэви, однако. Второй подряд фраг на Хэви. В исполнении Виви. Давайте флешмоб. Если вашу игру кастит перевес, вы знаете, какую ракету ставить перед игрой. Мурчик. Молодец, Мурчик. Добря. Хорошее место для тотема. Да я ж не обижаюсь, а. Вообще. Отлично, мега пополнит тотемы. И рельсу пополнить надо скоро будет. А где здесь, кстати, на рельсу? Патроны. Ой-ой-ой, кто кого? Нет патронов? Почему? 3-1. Ой, опасно, Квади. Иначе тоже нет патронов для рельсы. Я не обижаюсь, но, сука, отомщу. А, здесь нет патронов для рейла, да? Да. На Ковенанте тоже нет. Да. Но на... Охренеть. А, кстати, на Ковенанте мы вместе со Скажем искали на патроны. На целом здоровенном Ковенанте нет патронов для рейла? Да. Ужас какой. Надо шогу брать, Квади. Попробовать. Какая Катя молодец, да? Через каталку да. Прыгает. Катя вообще Катя, молодец. Да. Катя лучшая. Давай, Катя, мы болеем за тебя. Самая крутая пара, да? Катя и Катя. Отлично, да. Можно все что говорить про Катю, никто не обидится даже. Катя отлично играет в этой игре, пишет. Очень близко к выходу ставишь тотем, его легко можно разбить ракетой. Сплэшем. Да, чуть-чуть дальше надо ставить. Да, сейчас сработало, но вообще... Такое, по-моему, в игре Сити там тоже было. Наблевали туда. Ты же слышишь меня. Можно было не прыгать, а дамажить сверху. Такое замечание она сама себе делала, кстати, на прошлой игре. Да. Ракету. Шогу. Виви, Виви. Ой, хорошо. А, ну только этой игры никто не видел, потому что это была игра Виви и Юли. О, хорошо. А вот Квади не надо было заходиться. Хорошая ракета. Только хотела сказать шаф. Там ракета влетела. Магиот, магиот, Виви. Вау! Красотка. Так, давайте засада. Еще один фраг и переключимся на Катю. Давайте. Сейчас больше фрагов в игре не будет. Ты думаешь? Хватает времени. Будет, будет. Что он по 10, прикольнул. Шога на 10, это пипец. Все, ты после меня. О, молодец, Катя. Однако КП маловато. Отжала. Шога тут. Обе, обе на лоу КП. Да, ракета в таких случаях 50-50. Надо брать другое, более точное да, оружие. Был шафт какой-нибудь не или нет? Ой, смотрим за Квади, да? Да, сейчас за Квади. Я чуть заранее даже переключил как раз. Квади, шогу надо брать. Опа, опа, подлова. И могла добить, если бы в конце не было этих. Гвоздики заходят. Тотемов? Пишет что-то по-любому. Пишет две боли. Наверное, да. Нет, или отвлекли ее. С шафтом. Ну, а чё нет? Такая. Кто запретит? Релаксирующая, завораживающая музыка шафта.
Сейчас противник зайдет и остолбенеет просто. Слушает игру. Нет, это что? Merry Christmas to you too, champ. Это... А, нормально, они туда написала. Чемпигнон поздравляет всех с Рождеством. И Квази решила отписаться на поздравление Чемпигнон. Упс. А-та-та, Квази. Ну время такое теряешь. Себе, такое себе. Бороться, блин. Потом написал. О! Фраг. Подождите, о чем мы завели? Давай в таком же темпе дальше. Давай Квази смотрим. Да, тут остается всего лишь полторы минуты. Даю перный театр с этими тотемами. Квази тотемы только собирает. Да. Аккуратненько зашла на эту зеленую жизнь. Я думала, что она с лисой бегает. Выглядела она просто пушка, как лиса. Топчет этими ракетами, а? Опа! Красотка! Хороший залет! Давай! Хороший залет! Красотка! Ой! Так. 9-2. Ну вот, Квази сейчас со стеком и с оружием. Слезла, прикиньте. Да, там. Все, Виви, лечись. Молодец. Помог тотем, да. Вау, вау, пушит Квази. Квази, ну, пошли с лосей, пляшет шо, Виви. Обоюдный. Офигеть. Вот это замес, пипец. Последние два фрага. Очень-очень жестко. Так, все правильно, надо желтенький подхавать. Рейл уже есть. Потеряла немножко времени на втором подборе Рейла. Давай, давай. Не крови. Ой, не слышит. Две шоги прилетело. Да, еще чуть-чуть можно было бы добить. Катя молодец. Катя молодец. Красивая игра, прям. Не продохнуть. Не выдохнуть. Я увидел шаф 37 район 3 15. А мне Рокет Джамп понравились. Контроль у Виви. У обеих девочек. Кстати, Хэви одинаково съели, но Меги все Виви съели. Да, и по желтеньким даже тоже переела. А при этом она исцелилась 2000, а там все. Темочки себе делали. Ну, тотемы, кстати, в этой игре, да, как исцеляли, так и как мины работали, наносили урон. Поэтому, в принципе, тотемы зачет. Так, что у нас следующее там? Сейчас посмотрим, что у нас будет следующее. Так-так, вот я тоже прогрузился. Corrupted, что ли, да? Да, Corrupted следующая. Еще одна маленькая картиночка. На Corrupted у нас будут Dead Knight против Файзена. Блин. Ну все, у меня выходные, сделаю сетку, обещаю. Какой сетки нету? На Твиче. Честно, пионерская. А это быстро делается, Скаржик? Ты знаешь как? Ай. А кого надо? Сачок, сачок. А если сделать то же самое и написать курочка жареная или гриль? Селедка под шубой. Квази, Айзен. Цвет настроения синий. Ну да. Айзен, посмотрим, какой у Квази будет. Такой же красный, как и Зорлок. О, черный плащ, ничего себе какой. ЧП. И его макаряк. Шанса еще.
гигантский. Да, шафт сильный такой тоже. Так, все готовы? Тогда стартуем. Модельку шафта. Реально разум. Ничего себе. Там дуга такая. Оно, чтобы была зажигалка в итоге, да? Не, знаешь, эти карики готовы. Ну, ты неплохую пушку выбрала. Она такая, да, достаточно интересная. Особенно внутри, там вот, где ствол, там какие-то такие еще, пластинки всякие электрические. Да, да. Так, ну, оба персонажа, кстати, которые выбраны сейчас на эту карту, были улучшены на этот сезон. Был улучшен, повышен урон от огня, и табуреточка тоже у нас была по ряду параметров улучшена. Да, но вообще чуть-чуть сложнее стало. Ну, надо, чтобы противник находился. Прямо вот этих характеристик разворачивается быстрее и поворот. За кого смотреть будем? За Вивитану давайте. Давай, Виви смотрим и Фолокили. Кстати, Виви говорила, да, что не слышит пушки. Пока не подойдет в уход, пока пушка не наступит, или пока пушка не начнет стрелять. Квази надо добивать. Что там по ХП? Успевает на мигу вполне спокойно. Хэви лежит. Виви светло врывается в бой. Подожди, подожди, это всего лишь первый шаг. Ну, причем на Вейле ее был мейн персонаж. Я только хотел сказать, неужели Вейл заигнул? А вот Квази патроны не забрала на этот ноу-шафт, да. Мега. А, мега забрала. Иди негу. И бегом на аптечке. А, огонь даже, кстати, перестал работать. Шафта практически ноль. Либо пополнять, либо бежать дальше на хэви там разбираться. Квази, в принципе, вполне. Если с такими темпами будет играть, может отыграть и от одного айтема, на самом деле. Вот и прибежала с хэви, и уже половины стыка нет. Заслушала, да, да. О, какие шлобы. Прикинь, табуретка наказала, ну да. Так, у нас первая будет много. Ребят, все равно старайтесь просто побежать сначала и сразу с ней. Ох, как хорошо Хвади зашла, много урона получает Виви. И появляется мега как раз. 4-1 в пользу Квази, всего лишь 2,5 минуты пошло. Так, снова встреча на миге. Ну, уже третий раз сюда Виви не пойдет, я думаю. Это для тобой редко. Это точно Квази. А на кого похоже синема? Здесь как бы в турнире все апнулись. Прям без исключений. Прям бежишь. Да. Квази решает, короче, отыгрывать просто от шафта. Она вообще может сушить игру, но на самом деле. Три фрага разница. Хотя на корабле это легко отыграть. Ну, относительно. Хансо пишет, у Виви не будет шафта до конца карты. Хансо, а не ты ли Квади готовил к этой игре? А ты бей!
грамотно идет, грамотно игру ведет, табуретку стабильно ставит, оружие меняет. Однако. Отменно подралась. Ну да, там полторы ракетки мимо пролетели от Квази. Но все-таки Квази забрал этот крах. Мега появилась. А Виви ушла, что ли, не успела увидеть? Квази спрыгивает за Мегой. Сейчас будет выставлена табуретка. Отвернулась поставить табуретку, заодно увернулась. Да, да, хорошо. Два шесть. Все просто от одной тактики играет Квази, от одной позиции, просто держа шафт и выставляя здесь табуретку. Хэви она не собирает. Обходится только мегами, которые иногда может не заметить Виви. Ну как иногда, уже штуки две, по-моему, да, она упустила. Ну вот этот хотя бы желтенький возьми. Хорошо. Уже поинтереснее, снова мега достается Квази. Ну зачем? О, немножко на другое место поставила. Да короче, прикольно Квази отыгрывает на самом деле. Блин, у меня фоллоу киллер не работает. Виви прифигела, думает, а так, да? О, Квази вышла на хэви. Ай, вот и посмотрели за Квази. А вот и отдача. Отлично, есть Шога. С ее тактикой не факт, что она бы смогла за Шогой сходить. Виви снова заходит в табуретки. Ой-ой-ой. Томиги еще долговато. Возможно, Квази возьмет Хэви. А нет, она бежит снова сюда. И это, возможно, фраг. Да, это фраг для Квази. Как раз Мега сейчас появится. Так, Мегу. Шафтик. Есть шафт, и Шога есть. И ракета. Учитывая, что она в основном тусуется в этой комнате, неплохой у нее пул оружия. Ну, неплохо отшафтила Виви. Еще минуты, да. Там аптечек нет. Квази будет догорать. А Квази тоже не увидела небу. Возвращается, да, Мега лежит. Ну, должна же увидеть когда-то. Квази, ты где там? Блин, она в другой стороне. А мы, простите, за кем смотрим? За Виви. О, халявная, правда, да, радость. Халявная капец, все, вообще не ни штрафа никакого. Есть, надо идти бить. А, Квази решила теперь не Мегу, а Хэви занять. Ставь табуретку. Кстати, было бы прикольно, если бы она сейчас здесь засела с табуреткой. Ой, как много урона нанесла табуретка. Блин, да, сожгла. Всего лишь два фрага, разница. Что такое нек? Нужен нет. Переводчик. А, или, может, ногу дошли, там оторвало ракетой. Поздно, поздно выставлена табуретка. Ооо, ничего себе. Хорошо, да, даже в таком случае сработало. Часики бы собрал. Сколько вариантов пошло. Мне кажется, будет третья карта. Чё ты, чуечка такая на третью карту. Подожди, еще 14 минут до Меги, может ворваться сейчас да Виви. Всего лишь три фрага. Сколько минут? А я хочу, чтобы Квази выиграла. Так и будет Мега третья лежит. Карта. Если Квади выигрывает, будет третья карта. А я хочу.
А будет так, как я хочу. Ну ладно, разобрались. Давайте посмотрим. Мига такой. Мурчик Валеру с ротиком. Да, Валера всегда с нами, вот он. Рассказывает нам про одну минуту. 8-9. Всего лишь. Нет, не ты. Это пипец, это пипец. Вади, надо возвращаться к своей тактике снова. Квази, главное сейчас поаккуратнее. Должна была... Вот сейчас Квази там на телепорте снова засядет, да и все. У нее как раз появилась табуреточка, она ее сразу там поставила. У Кати, у Вивитана обилка. О, девочки. Sudden death. Ой, себе урон наносит Виви. Шафт. Засада. Шога. О, это жесткая была битва, девочки. Вот это карта. И первая, и вторая, кстати. Ой. Противно, скажи-ка. Как я. О. Ладно, в следующий раз. Посмотрим мы три карты. Сердце нафиг. Сердце нафиг. Размьють. Давай, врубаем. Боже, вот это карта. Вот это карты. Карты. Блин, где вот это драйв. Боже мой. У меня руки тряслись. Лучшая карта от Квади, которую видел синема. Да, это было жестко. Боже мой, всё, ребята, сорян, но я пошла в запой. Квази, Квази, а кто это? Я тебя люблю. Ты так круто отыграла. Эти рокет-джампы на первой карте были шикарнейшие. Чё, третья? Третья будет? Нет, третья, к сожалению, не будет. 2-0 против Виви. А может, шоу матча? Пожалению, сердце моё, пожалению. Поздравляем Виви с победой. Это прям была борьбища, девочки. Прям как львицы дрались. Хватит, интересно. Я по дамагу перестреляла на второй карте. Да? Таки там 100 копеек всего. Я думала, сейчас будет третья карта. Там когда был гвоздь свою, и вы начали выходить шафтиться возле гвоздей на, ну, где-то эти, ну, на повороте, где часики на хэви. Там ты что-то испугалась, растерялась, там могла перешафтить и забрала бы карту. Но там вот много сказала минуту эту карту. Так в целом, конечно, Вили молодец. Вазя, где ты такую тактику посмотрела? Или это как-то у тебя сейчас так случайно получилось? Это ты у кого москита спрашиваешь? Квази. Да, Квази. Квази. Меня... Не, там мои авторские высеры. Но очень неплохие. Я поняла. Я поняла, что я шафчу дерьмово. А если Вивитана... шафтит, ну, в смысле, если Вивитана рельсит, значит, Вивитана, если рельсит, значит, шафтит. Я подумала, значит, я в тупую буду контролить это шафт. Хорошо ты подумала. Прикольно, прикольно. Я буду контролить шафт, пущай я сама с ним него не буду стрелять, ну, то есть, как собака на сене, но зато этот шафт понючий, никого не достанется. У тебя реально тактика в своей карте была просто отличная. Я к этому шафту подойти не могла. Я думаю, я его вообще возьму когда-нибудь. Это жесть. Да, и как только... Я могла бы дожать эту карту, если бы вдруг меня бы жадная жаба не задавила, типа, хочу этот красный. Я когда пошла на красный, конечно, пошла жопа. Если бы я не шла на красный, не поддаваясь вот этой вот фраерской жадности, я бы, короче, эту карту бы забрала, потому да, что... Да, я думаю, да. Да, были шансы, и Квади, тебе вот и вверх, там пушку ставишь, да, когда за телепортом шахтет, сразу же ставь направлением на выход из порта
чтобы она времени тратила на разворот до начала атаки. А то есть я не знала фишку, как ее ставить, я думала, блин. Ну, по направлению, будет она... куда ты смотришь, она туда же будет. То есть, как ты ее бросила, ну, по старше, этому вектору, да, она станет прицелом. Я тебе поэтому сейчас и как бы даю совет, что ты ее ставь сразу направлением туда, откуда она должна стрелять. Чтобы она раньше атаку начинала. То есть, хватит. Она, получается, стреляет именно туда, куда я смотрю в момент поклажи вот этой вот, да, своей. Да, да. То есть, тебе надо выйти, сделать два шага вперед, развернуться на 100 градусов и поставить ее по направлению выхода из порта. Ага, офигеть. Ну, это тебе совет просто на будущее. Ну, это будущее, совет на миллион баксов. Завтра. Квади завтра тоже на турнир к Питу идет. Ну да. Квади, очень достойно закончила у нас турнир. Поздравляем тебя, 29-32 место твое. Вилитана. Моя 30 самая последняя заслуженная. А, я Six Feet Thunder заслуженная. Прям хорошо. Вот чуть-чуть не хватило до карты, но в следующем турике уже и карты начнешь отжимать. Судя по тому, как капнули. А не, чё? Ну зато никто не добил на мне 20-ки. Вот, короче, моя гордость на... Эх, слабаки. Цель достигнута, да? Никто не добил на мне 20-ки. Миссия выполнена. Квади, красава, Вивитана с победой. Вивитанок, а тебе тренироваться дальше к следующему оппоненту. Квади, а ты уже у Пита стоишь... Следующие будут. Вервульф. Ты убито стоишь, Квади. Квади, ты против Вали там уже стоишь в сетке. Да, ну нафиг, опять встреча. Будем искать на этой, на Инсомнии. Как эта карта новая? Красибл. Что? Красибл. Нет, не перед, не самая последняя, она новая, а перед, которая новая, где мы с Вали... Да, Инсомния. Опять будем на Инсомнии искать этот... дробовик. 6 минут. Ну там 6 минут. Короче, был прикол. 6 минут искали дробовик. Я спрашиваю у Вали, ну, во время дуэли, разумеется, где ты тут видишь дробовик? Он мне говорит, пойдем покажу. А я ж доверчивый лох. Побежала за ним. А он мне рельсу врыло, ракету врыло, я вздыхаю. И я ему пишу в чате, это ты мне так показал? Он отомстил, знаешь, за что тебе, Квази? Exile, да. Он отомстил за этот, блин, как чата, не отвлекайся никогда в этой дуэльной игре. Особенно в турнирах на чат. Ничего не пиши никогда, это никому не нужно вообще. Ты теряешь свои секунды. Ты теряешь секунды, за которые могла бы забрать лайтик, например. Мурчик, я это понимаю, но когда я узнаю что-то новое тогда, если я это не спрошу? Нет, я не про... Это не про Вали, это про сетя. То, что ты шампигнон писала с Рождеством, мы про это. Короче, мне... Ой, сорян, народ, мне во время матча написала шампиньонка. Merry Christmas, Квади. Ну... Играем дальше, заканчиваем и отписываем. А короче, ну это как бы любовь всея моя жизни, ну... Да ладно? В смысле, в переносном, ну... Ну, она мне как сестра, реально, то есть... Как только я загрузила Quake, игру установила, это была одна из первых моих друзей в Quake. Mm-hmm. Ну и разумеется, когда бы она мне не написала бы во время обелиска, во время там дуэли, ну у меня просто, сорян, такая привычка, я ей обязательно прямо сейчас. А смотри, а может быть, если бы... Отвечу. Если бы она знала, что у нее турнир, она бы тебе даже и не написала бы. Так, ну, что, соответственно, если бы ты ей ответила чуть попозже бы, сказала бы, ой, я как раз тут турнир играю, и заодно себя с Рождеством, конечно, она бы на тебя даже не обиделась бы. Ну да, она ж понимает все это, и я бы ей могла бы вполне написать после турнирной дуэли. Ребятки, после дуэли, дайте секундочку мне, я скажу. У меня автопилот. Ребята, кто смотрит Twitch, сетки прикреплены в Дискорде. В юмор-турнире прикреплены две сетки. Так что ищите их там. Так, а стрим я завершаю сейчас. У нас Виви. Вы же будете сегодня с Вервульфом играть? Да, прям...
Прям практически сразу, потому что Вервульф говорил, что он... Или может отдохнешь, как бы, если хочешь отдохнуть, да, ты уже две сыграла. Мы сделаем паузу, наверное, где-то, ну, полчаса точно, да, Виви, надо отойти. Я вообще-то хотела где-то хотя бы часик, потому что часок мне бы еще нужно, да, и отдохнуть, и тут еще дела поделать некоторые срочные. Хорошо, хорошо. Короче, ну, как только, так сразу. Ну, Виви, победой тебя. Спасибо. С победой. С победой, Виви. Прям... Хорошая, уверенная игра была, четкие ракеты, да. Хорошо отыграла. Если сегодня прям не захочешь, то давай завтра, ты сегодня и так две игры отбахала. Все, давайте я завершу. А, так тем более две игры, может, Вивитану уже, Вивитане сегодня...